Если бы не было детей, я бы даже не парился. А дети, они как-то меня немножко подсобрали, наверное, что если ты понимаешь, что хочешь дать ребенку того, чего не было у тебя, да, но хочешь. Мия – это прям вот девочка. Она такая вот ниндженятина, такая прям вот с самого детства она уже как-то вот глазки что-то у нее там вот такие какие-то. Она еще сейчас, она это не осознает, но она реально со всеми как бы немножечко вот женственно так. Очень смешная деваха растет. Ну, я стараюсь максимум свободного времени посвящать им, потому что они... Сейчас как раз тот возраст, когда они очень клевые. С ними прям настолько приятно общаться и постоянно находить какие-то новые вещи, которые они в себе выращивают. И ты понимаешь, блин, а это откуда? А это откуда ухватило? А это что такое вообще? А это... Как сказанул что-то, ты просто потом... неделю вспоминаешь, это замечательное, самое замечательное время. Притом Мия действительно гораздо серьезнее Тимофея уже сейчас. Даже хотя, сейчас видно. Да, хотя на 3 года младше него, но это человек, как бы, я знаю, что добьется своего в жизни. Как вообще детей ругаете, наказываете или ругаюсь, все подряд делаете, что хотите? Не-не-не, такого нет, у нас все достаточно... под диктатурой находится, там есть вещи, которые нельзя, очень нельзя. Ну, например, там, да. Ну, одну какую-нибудь. Ну, драться, например, у нас нельзя. Друг с другом? И со взрослыми тоже, ну, как бы у нас вот это запрещено. Логично. Ну, и взрослым с детьми. Ну, нехорошо. Ну, да. Ну, потому что мелкая, она может подойти и как всечь-всечь, знаете ли. А потом мало не такие покажется. Глазенки, слеза покатилась. Да, так, типа, а что? Ну, это неприятно. Да. Вот, даже вот они с Тимофеем. То есть она у меня может сидеть на руках, а Тима там кушает, и Мия такая типа, дай. Тима говорит, нет, это мое, я не дам. И забивает. И это просто не думая ни о чем, такое мелкое создание. Я говорю, Мия, что ты делаешь? Настоящий я, наверное, я понимаю, когда я с детьми. Но я боюсь сейчас, что они вырастут, честно говоря. Мне не с кем будет играть. Это прям, ну... Мне прям с ними очень комфортно. Мы придумываем всевозможные игры, занимаемся. Мы можем просто, ну, часами. Я обожаю, когда нас оставляют там просто втроем и все. Как бы ничего не надо. Ребята, я придумал игру! Ну, на самом деле, я понял, что я расслабляюсь с детьми. И у меня 2 детей, и с ними вот прям как-то мне хорошо. Я остаюсь с ними и превращаюсь тоже в ребенка, и как-то все это мы весело играем там. Ну, как, не знаю, я вот так расслабляюсь.